Всем привет! Все отработала. Завтра уже 8 марта. Всех девочек поздравляю с праздником. Всем здоровья. Самое главное, счастье. Чтобы любимые люди были рядом с вами. Чтобы ни в чем себе не отказывать. Ну, и мирного неба над головой, это всегда я желаю. Так, я такая захожу домой. Пашка говорит, что отмечали? Я говорю, нет, просто устала сегодня, народу капец было. Но я сегодня мало за кассой сидела. Уже конфетки сейчас чаем пьем. Ну, тоже всякие подарочки с девчонками обменивались. Там с администраторами. Но завтра еще тоже будут поздравлять нас. Я как бы сегодня поздравила, то есть и директором мы складывали, с Леной говорила уже там. И Катюшки, и, ну, короче, администратором и Натальей, и Ленуське вчера. Вот. Ну и как бы так. Вот еще тоже девчонками. Вот. Тоже Наталья мне подарила тут гель для душа. Это моя подружка с прилавка. Мыло какое-то кофейное, ваниль лов, маска, так, ну конфеты, так, бутылка вина, сейчас покажу, бутылка вина, это тоже с магазина сотрудник подарил, не пробовала, честно. Красное сухое, блин, я не знаю, как красное сухое. Ой. Я обычно полусадка, но ничего, ну ничего. Вот, сейчас вечером тоже купила. Завтра же на дачу поедем, там кое-какие продукты. Там мясо тоже у меня есть, это наши шашлыки. Что-то Настя выслала салат какой-то делать. Овощи замариновать. Я купила баклажан. Баклажаны. Так, баклажаны. Такие, надеюсь, они не вспыльют. Перцы. Красные перцы. А, сыр сулугуни. И помидоры. Так, помидоры. Так, и какой-то салат будем завтра делать на гриле. Шашлыки будут. Что-то она сказала замариновать, я что даже не знаю. Не запомнила. Я говорю, ты мне все запиши, потому что я сегодня ничего не помню. И то, что ты мне сейчас говоришь, я просто не воспринимаю, потому что у меня все мозги, блин, на работе. Так, где она мне скинула-то? Овощи гриль с адыгейским сыром. Так, приготовление 15 минут. Время на маринование и жарку. Так, два молодых кабачка. О, почему кабачки? Там два баклажана. Кабачки, баклажан нарезаем кружочками. Кладем в миску, заливаем маринадом из лимонного сока. Цедры, так, лимонного сока, цедры, масло, рубленое, зелень, чеснока. Оставляем на 2-3 часа в холодильнике. В прохладном месте. Периодически перемешиваем. Так что маринуем сыр. А, также маринуем сыр. Это вот это адыгейский. Жарим овощи на хорошо разогретом гриле. Перед подачей. О, надо мне позвонить. А, на 2-3 часа. Наверное, у них кабачки есть, а я должна баклажаны замариновать. А, что еще? Перец. Это я сейчас соображаю только. Так, она говорит, зелень у них всякая есть. И, короче, адыгейский сыр замариновать. Все. А потом что-то обжаривают. Короче, завтра едем на дачу. Паша, во сколько на дачу-то? Утром во сколько вставать? Я разбужу тебя. Ну, не
Надо сейчас я Насте позвоню, кстати. Настя же только в 11 поеду. Настя поедет, да? Ну, Ваня. Да я сейчас вечером позвоню. Это она мне говорила про этот салат, о чем сделать, замариновать. Я уже хочу куда-то. Уже кроме это, из квартиры, короче, куда-нибудь. С работы, с квартиры. Уже, правда, даже вот на ту же природу, тот же снег. Сегодня днем было плюс 4. Сейчас такси выходило. Уже лужа не была, как замерзшая, как вчера, что скользко. Ну, просто как лужа, как лужа. И завтра еще с ними будет внучка. Только вот мы не знаем. Она говорит, вот, ну, допустим, с дачи потом поедем. Еще Вероника. Аня моя не поедет. Мы вдвоем. Типа, если к нам, то, ну, допустим, сидеть дальше. Потом они на такси могут, что такси без детского кресла. И, ну, там, цену такую завинтят, я не знаю. Вот, либо поехали, говорит, к нам. Ну, типа, что туда, на Илинку. Я говорю, Пашке, в принципе, можно поехать, а на следующий день приехать 9-го от них. Ну, короче, посмотрим завтра. Все решим. О, подружка звонит. Так, ребята, с подружкой пока, наверное, час поболтала. Вот. Такие дела, ребят. Так что завтра на дачу. Справлять 8 марта. А, еще покупку-то дело. Там же на 500 рублей у нас даются вот такие всякие вот наклеечки. У меня было больше где-то 1000 с чем-то, с копейками. Хорошо, вот такого кота еще дали. Вот. Ладно, мои хорошие, буду на этом заканчивать. Все, всем пока. Всех с 8 марта. Пока-пока.